позади меня бронированный Аурус Сенат, и это лимузин. А если бы я была водителем президента, то я бы каждое утро делала бы вот так вот. Залазила, садилась и, пожалуйста, запускала. Длина данного лимузина 6600 и вес его 6600 тонн. Здесь бронированные колеса Кама, индекс нагрузки как у грузовика, а индекс скорости как у легкового автомобиля. Внутрянка этого Сената. Тут гибридная силовая установка, мотор V8 4.4 битурбо, электромотор, который, собственно, отвечает за стартер и генератор. 9-ступенчатый автомат и здесь, собственно, сама батарея. Это вот так вот здесь дверь открывается. Вес ее, кстати, 400 килограмм. Можно откинуть сиденье, ну, либо посадить человека, либо посадить свои ножки. Можно включить систему кругового обзора. Это не окна, здесь установлены бронепластины. Вот дверь очень тяжело открывается, но зато на доводчиках.